Во второй отделении мы начнем с концерта для двух скрипок с оркестром. Одну часть будем играть. Мы когда сегодня репетировали, я много раз аккомпанировал это сочинение, и вдруг я понял, что это концерт для Ромео и Джульетты. Но не просто для Ромео и Джульетты, а для которых когда-нибудь поженились и прожили 40 лет. Вот такой концерт. Мы сейчас услышим Иоганна Себастьяна Баха. Будут исполнять. Исполнители Анна Симурзина и Елена Нам. Оба музыкальные учителя, учителя музыки, педагоги, учат детей. Концерт Баха для двух скрипок с оркестром. Фамилию называю. Анна Симурзина. Елена Нам. Thank you.
Браво!